остров Бали. Юный блогер. Есть блогеры, а есть влогеры. Блогеры. Лохи и влоги. Да. Пока весело смеемся. Если получится, съедем. А если не съебемся, то будет, что будет. Будет, что будет. Работать. Что я тут снимаюсь, но снимаюсь. Море хорошее. Лепенькие страшненькие только, а мы переедаем, мы тут худеем, наверное. Худеем по чуть-чуть. А что делать? Неизвестно, сколько тут придется жить, мучаться цех. Не знаю. На мордобаке. На мордобаке еще морда выжить. На мордобаке. Мордобак. Писец какой-то, блядь, сегодня жрал мордобак и не помню, что такое. Вот эта вкусняшка за $2. Два дня ел. Каких $2? Полтора, блядь. $1.50. А, нет, два у тебя. $2, да. Я большой взял в мордобак. Мордобак — это яичня с цибулькой. Наверное, там еще курочка. Да не, курочки там не было. Нема, ну не надо. Хотел прибрехать, не получилось. Ладно, он честный. Пирожок, большущий пирожок с яйцом и луком. Жареный в оливье, он просто не просто жареный, он кипит в оливье, сверху оливье еще поливает. Ну, примерно как это, по фритюре. Видите, да. Короче, беляш. Полуфритюр такой. Полубеляш, полублин такие. Ну, да. Зато наесться можно очень даже... Неплохо, да. Да, да. Ну, с учетом, что мы сегодня супчик поели, можно еще один мордобак сегодня убрать. Да. И нормально, скажи. Ну, или, да. Ну, вкусно довольно-таки. Я не знаю, я не пробовал, поэтому... Я-то по супчику просто. Да. Два дня. Ну... Буржуйствовал, короче. У богатых свои причуды, так сказать. Только лапу потом сосать, как бед. Такой же, как и все будут. Да. Насколько интересно... Сосательно-лапная диета может продлеваться. Ух ты, блин. Что, рыбу поймал? Так что такие видео наши. Если были деньги, ребята, я вам скажу, что лучше карантины тут. Не придумать. Да, лучше карантины, чем на Бали нету. На Бали, в Таиланде ничего нету. Да. Филиппины, вот новости почитав, выгоняют военные народ, выдергивают с отеля, из пляжей. Да. Вообще иностранцев выселяют, выгоняют. Выдергивают. Ну, там президент, войсковая операция. Там президент полуидиот таких у них. Вот. Будем надеяться, что
в остальной Азии есть места получше. Поадекватней. Да, потому что писали люди, 3 дня сидели без воды и еды в аэропорту. Мы проскочили этот момент, да, проскочили Сингапур уже закрытый. Мы проскочили за 3 дня до закрытия Сингапура. И вроде бы Бали закрывается через... Ну, не столько закрывает, да не заставляет делать визу. Визу при наличии... Потому что справки, что коронавирусом не болел. Документов, да. Ну, это понятно, какая-то справка. Есть ли форма, нет ли форма специально, в общем... Откуда она будет специально? По сути, это по полу закрытия страны. Потому что... Ну, Европа-то, конечно, там у них это со справками... Все будет правильно, должно быть там. У нас это все легко, наверное, будет. Да, так что. Все зависит от бумажки. Так что при наличии 2-3 тысяч долларов, я думаю, что можно пару месяцев просидеть. Вот. Так, пойду шукать Влада, а то он там ищет клада. Только клада мне не надо. Водолазы ищут клада, только клада мне не надо, подавай мне дядю Влада. Сейчас мы покажем